История появления общественных туалетов уходит во времена Римской империи. Правда, тогда удовольствие это было недешевое, и пользоваться ими могли только люди состоятельные. Остальным же приходилось справлять нужду в сосуды, установленные прямо на улицах. На дворе 21 век, однако туалеты до сих пор доступны далеко не всем. Отсутствие в Перми бесплатных общественных туалетов давно возмущает народ. Роль клозетов для всех у нас призваны выполнять туалеты в крупных торговых центрах. Но они не всегда находятся в шаговой доступности. Есть еще, конечно, точки общепита, но туда многие заходить просто стесняются, потому как таким посетителям зачастую не очень рады. В общем, люди справляют нужду, где придется. Проблема актуальна для многих городов мира. В Праге на эту тему даже есть шуточный арт-объект. Пермские активисты тоже решили пошутить и установили в различных местах города унитазы с надписями «Городу нужны общественные туалеты». По замыслу авторов, необычные инсталляции должны привлечь внимание властей к проблеме отсутствия общественных клозетов в городе-миллионнике. Но граждане пиар-замысел не оценили и посчитали, что если кого и удастся привлечь, так это людей, желающих разжиться сантехникой. Пару ночей постоит, не больше, наверное. Потом унесут. Это больше похоже на то, что кто-то просто вынес из дома старую сантехнику. Вместо этих унитазов они могли поставить общественные туалеты. И да, куда боже это, писать? Не понял я, что это такое. Ну, надо каким-то другим способом этого добиваться. Да, мы не город высокой культуры. Ну, грязи у нас хватает. Еще и унитаз на обозрение. Ну, возьмет еще кто-то и сходит туда. Хорошо будет. Организаторы, впрочем, считают, что унитазы будут радовать взор пермяков в течение 2 недель и хотят собрать 100 тысяч подписей в поддержку создания общественных туалетов и увеличения количества урн. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.